В Гомеле водителя маршрутки привлекли к административной ответственности за создание аварийной обстановки. Напомним, около месяца назад он отъезжал от остановки улицы Тимофеенко и не уступил дорогу водителю «Пежо», который двигался по крайней левой полосе в попутном направлении. К счастью, ДТП удалось избежать. Несмотря на то, что автомобиль занесло на дороге, он остановился до выезжающего автобуса. За создание аварийной обстановки в отношении водителя маршрутки составлен административный протокол. Ему грозит наказание в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортным средством до 2 лет или без лишения.